У многих жителей Бердска часто возникают вопросы, связанные с работой муниципального пассажирского транспорта. Руководитель Бердского ПТП Елена Бороздина сообщила, что в настоящий момент для удобства горожан разрабатывается специализированный информационный сайт. Мы заказали, нам сейчас разрабатывают сайт наш. И на сайте мы сейчас ответственно закрепим, который будет полностью выкладывать актуальную информацию. То есть это и графики, и схема движения, это изменения. Но это давно было нужно, и это тоже будет у нас в ближайшее время. Кроме полной информации о графике движения автобусов, на данном сайте можно будет оставить свои отзывы, предложения и пожелания, связанные с работой городского общественного транспорта. О времени начала работы сайта и о том, как им пользоваться, мы обязательно сообщим дополнительно.